Дорогие друзья, сегодня 8 марта, женский праздник, праздник весны, радости. И, конечно, мы, мужчины, стараемся что-то сделать, чтобы нашим любимым было приятно. Но сегодня еще начало масленицы. А масленица – это блины. И я вспомнил тот рецепт, который готовила моя мама. Он очень простой. Я хочу сказать честно, это будет первый раз. Очень простой набор продуктов. Яйцо, мука, соль, сахар, молоко, масло и немножко мама всегда добавляла боржоми или любой газировки. За место соды, сода иногда дает запах. Ну и, конечно, чтобы сковородка не пригорала, необходимо на вилку нанизать хороший кусок сала из Беларуси, кусочек. Поэтому давайте приступим. Достаточно 3 яйца. Далее, конечно, наша задача взбить эти яйца. Это такое однородное масло. А сейчас добавляем 2 ложечки сахара, чтобы они были вкусненькие, немножко сладенькие. И пол ложечки соли. И приступаем к самому главному. Мука. Важно мешать, чтобы не было комочка. Мы добавляем наше молоко. Оно должно быть слегка теплое. Еще смазывали блины пером гуся, чтобы они друг к другу не залипали. Ну, перо гуся мы нашли. А вот добавить минералочки, это всегда хорошо. Немножко добавляем масла, буквально 2 ложечки. И начинаем включать плитку, чтобы она разогрелась. Венчик меняем на поварюшку. Не знаю, как сейчас, раньше использовали кусочек сала. Ну и далее приступаем к самому главному. Ну вот он наш первый блин. Еще один блинчик. Ну что, дорогие друзья, вот первая стопка блинов на масленичную неделю. Надеюсь, что получилось, судя по виду. Ну и вот топленое масло, сметана и наш приморский мед, который очень хорошо идет с блинами. И надеюсь, что наше мужское сообщество сможет порадовать своих женщин теми или иными кулинарными изысками. Каждый может что-то придумать свое. Ну а, дорогие нашим женщинам, вам с праздником любви, благополучия и, конечно, хорошего весеннего настроения.